Привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. И если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Друзья, уже у нас сентябрь, началась осень, и я приехала на реку Неман. Сейчас вы видите перед собой абсолютно пустую поляну, которую я не оборудовала. Я ее буду занимать и покажу вам, как что у меня будет в моем лагере. Столько дождей сейчас было. Все мокрое, поэтому я сразу переодела обувь, чтобы у меня не промокали ноги. Rainbow trout and hummingbird wing. Golden, I'll follow the golden. Golden, golden things. Gold hair, gold ring. Ну что, мои закидушки уже готовы, 4 штуки, по грузу висит внизу и сверху вот такие вот крючочки. На каждый разный груз. Диппером проверила место ловли, вся глубина под этим берегом, ну как глубина, глубина до 2 метров. Попробуем, конечно, половить на фидер с такой, не знаю, может быть уже окажется поздно. Но еще только начало осени. Я надеюсь, что рыба не успела собраться исключительно на ямы. И обязательно у нас какая-то мелочь хотя бы клюнет, потому что показала, что рыба стоит какая-то, есть в траве. Сейчас вот я довариваю кашу, прикормка. Кофе из кофеварки получается очень крепкий, поэтому, чтобы потом у меня не было повышенного сердцебиения и плохого настроения, я иногда завариваю его вот так. Он получается слабее. Я закидываю просто 2 ложки кофе, нагреваю до тех пор, пока не появится пенка. И когда она начинает уже подниматься вверх, я кофе выключаю. Помню, как родители в детстве, когда в турке варили, все время этот момент пропускали. Вот. Вода на самом деле в реке оказалась достаточно теплой. Я думаю, поэтому собака с удовольствием лазит туда купаться. Вот. Хотя немножко он уже подустал. Перед тем, как пойду ловить на фидер, хочу зарядить свои закидушки. Давно вообще уже на них не ловила. Часть я буду ставить на выползка, часть я буду ставить на простого червя. Это у меня выползок пошел. А теперь коротко о моем лагере. Моя собака, моя палатка. Здесь у меня некоторые вещи, продукты, миски собачьи. Здесь у меня будет костер. Рядом с костром будет мангал, угли. Одна закидушка здесь, одна там. Там, кстати, есть люди.
Здесь у меня всякая кухонная утварь под этой елочкой. Ну и там дальше разбросаны все мои спиннинги. Внизу здесь я буду ловить на фиде. Чудесное, интересное место у меня сегодня. Отличная погода. Пока мне везет. Я знаю, что дождя не будет, и это радует. Надеюсь, хоть какую-нибудь маленькую рыбку мне удастся подержать в руках. Я бы очень хотела хотя бы маленькую рыбку поймать. Вот. Видели, кстати, здесь ласку, маленькую черную ласку, она бежала. Здесь очень много бобров, вот, всяких зверушек невиданных. Вот. Но будем надеяться, что никто к нам в гости не придет, особенно люди. Так, ребят, была какая-то поклевка. И козявка. Вот такая вот клюнула. Клейка. Костер должен гореть быстро. Почему? Потому что очень сильный ветер. Ветер сильный, холодный. Если не будет вообще ни одной рыбы, пойдем собирать грибы, потому что в лесу пошли грибы, ребят, реально. Они растут просто везде. Хорошо, когда есть газовая горелка с баллоном, и можно вот так вот, не напрягаясь, разводить костер, ребят. Вот вы мне скажите, как такое может быть, что дождя не передавали, а он идет вот прямо сейчас? Но не передавали же, а вообще? Что за дела? Ливневый, фактически. Вот сейчас уже успокаиваться начал. Нормально вообще? Сейчас ветер нам все распалит. Видите, как хорошо, когда дует. Хороший ветерок, тогда быстрее все берется. Ну, ребят, вот такая вот клейка пока клюет. Маленькая собака. Тебе грустно, что ли? Смотри, какие удобные подставки. Хоп, подставил, поставила, она стоит. Такое ощущение, как будто бы забрасываю штуку в ванну. Рыбы как будто бы и нет. Даже мелочь никакая не клюет, ни гусеры, ничего. Это очень удивительно, потому что на другом, менее узком участке реки у меня были постоянно поклевки. И погода была даже менее удачная, чем сегодня. Есть какая-то рыбка. По-моему, это уклейка побольше. К глубочайшему сожалению, если есть сейчас уклейка, значит другой рыбы сейчас там нет. Уклейка берет на мотыля, уклейка берет на опарыша, на все берет. О, вкусняшки. Значит, у меня здесь приправа специальная, которую я купила сразу готовую. Честно говорю, состава не знаю, просто понравилось по запаху. У меня здесь лучок, майонез и обязательно уксус. И, конечно же, соль. Купила себе новые шампуры, тоже на рынке увидела, стоят они у нас по 8 рублей на рынке Жданович, классные, смотрите какие, я такие уже давно хотела. Собака уснула, уже устала, надеюсь, что никакой клещ ничего его не укусил. Периодически там слышно, что подергивает на закидушке, на червя, но никакая рыба не засекается, мелочь или что, я не знаю, к сожалению, большому моему. Здесь поклевочка. Сейчас посмотрим, кто у нас здесь. Здесь
снова клейка, ребят. Как-то нифига не весело. Народ. Так, ребята, шашлыки уже более чем готовы. Аппетитно, аппетитно все получилось. Я уже давно не ела вот такой вот смачный шашлычок. Заценим. Как же это вкусно. Мало уксуса. Уксуса можно было больше. Клещей. Много, ребят. Доброе утро, планета. Маленькая собачка, я к тебе иду. Собака боится один оставаться, поэтому ночью не получилось посидеть долго у костра. Он очень сильно звал в палатку, я пошла к нему. Потом долго снимала с него клещей, ребят. Очень много клещей. Это просто что-то ужасное. Я проснулась сейчас, и по мне полз клещ так вот ко мне вот сюда вверх. Просто река, как будто вымерла. Рыбы как будто нет. Потому что я уверена, что если бы рыба была, я бы заставила бы ее клюнуть. Но у меня ничего не получилось. Ничего. Ее нет просто здесь. Нет. Где рыба, я не знаю. Она, наверное, куда-то поплыла дальше. Где-то в другом месте собралась. Ребят, видите, какой хороший был очаг костра, что ночью ничего не затушилось. Все. Горит теперь снова. Палатка, всю ночь были с открытой дверью, ну чуть-чуть, может, ноги подмерзли, все, вот такая вот спокойная вода, периодически выплескивала сейчас вот какая-то рыбка, не знаю, что за, наверное, хищник, ну и все, наконец-то начинает сходить туман. Смотрите, иней. Ночью были заморозки, ребят. Первые заморозки. Так. Малышка зацепилась, конечно же. А нет, все, клечка. Маленькая клюнула. Ты единственное, что клевала этот день. Сейчас позавтракаем, пойдем проверим все оставшиеся закидушки. На первое съела выползк. Как-то так. Вот. На фидер закинулось две уклеи. Клейка. Может, в грибы сходить?
Так, клевочка была. И первая нормальная рыба. А я только-только собралась уходить. Плотвичка пришла. Ёпсель-матрёпсель, гляньте. Фу, какая красота. Ну вот. Хоть что-то, кроме уклеи. Оп. Отпустили. Смотрите. Совсем старенькие опятки. Совсем. Смотрите, какая красота. Здесь вообще обалденно. А вот здесь вот сразу видно, скорее всего, рыли кабаны. И мне это не очень нравится. Главное с ними не встретиться. Так, давайте посмотрим. Ну вот, и первые маховички, или как их назвать. Сейчас посмотрим, червивые они или нет. Красота такая. И даже не червивая. Красота. Они, наверное, маховики, но я знаю, что это съедобные грибы. Еще маховичок. И там тоже вдали вижу, что растет. Давайте проверим на всякий случай. Не червивый, прекрасно. И вон там вдали вот тоже такой же маховик. Видите, растет такой. Какой он большой. О. Какой красавец. Какой красавец у нас. Пришлось надеть вот так вот байку. Потому что летают эти такие противные лосиные, эти клещи вонючие. Мне так они не нравятся. Они такие прям раздражающие максимально. Приняла решение ходить вот так вот, рядками. Прошла ряд, немножко сместилась. Прошла, сместилась. Вообще, вот этот вот голубой мох, он такой красивый. Вот еще. Вот. И вон там. А вот еще. Оп, смотрите, какой красавец. Один, второй. И вот здесь вот у меня первые за сегодня лисички. Раз, два. Гриб раз, гриб два, гриб три, четыре. Это пока то, что я вижу. Там дальше какой-то лес, лиственный, не очень красивый. Я, наверное, туда не пойду, не хочу. Сейчас вот здесь вот порежу и буду возвращаться налево вот туда. Осмотрелась вокруг, там, где был червивый полячок, и увидела, ребят, настоящий старый боровик. Смотрите, какой красавец. И он даже не червивый, что ли? Давайте проверим. И он, ребят, не червивый. Посмотрите, какой боровичело. Класс. А еще мне нравятся здешние лисички. Они такие не маленькие, хорошенькие. Вот такая красота. Приняла решение зайти в соседний лесок. Посмотреть, что здесь. И вот уже, пожалуйста, есть один грибочек, он уже.
Главное, чтобы никто не сделал оттуда кусь-кусь. Так. И вот один. И вот здесь вот сразу второй. Смотрите, кого я нашла. Какой красивый грибочек, ребятки. Оп. Интересно. Под березовик похоже. Не лужный ли это? Ложный. Зашла в нужное место. Я не вижу, не знаю, видно вам или нет. Вот у меня здесь гриб. И это, походу, подосиновик, да. Самый настоящий подосик. А вот я зашла в молодничок. Это лес здесь абсолютно другого типа. И подосиновик. А вон там, ребят, вдалеке увидела еще один подосик. Оп. Еще один красавец. Такой. О, теперь у меня их целых два. А что под дубочками вот такими вот, знаю, что можно найти боровики. Посмотрите, ребята. Обалдеть. Ножка червивая, а шляпка нет. Класс. Класс. Во, у меня уже сколько грибов. Как бы хочу набрать полное ведерко и со спокойной душой возвращаться обратно к себе в лагерь. Я прям в прямом эфире нашла подосиновик. Ребята, как вам такой? Красавчик. Ой. Во. Слушайте, ну. Красота. Это ли не красота? Это ли не красотища, не чудесное, чудотворное? Тот случай, когда гриб, ну, пипец, как спрятался. Смотрите. И еще один подосик. Ой, ребятки, пока ходила по лесу, мечтала вот эту вот поджарочку свою съесть. А, наконец-то жарю. Ну, красота же, а. Вот такие вот грибы. Я не знаю точно, как называются они. Мне кажется, это польские боровики. Они росли в мху. Их было очень много. Здесь практически их полное ведро. Потом я пошла в другой лес. Начала находить такие, как дубочки. И стали появляться вот такие вот боровики. Потом я пошла еще дальше и нашла молодничок. И в этом молодничке стали попадаться вот такие вот грибочки. Короче, лес лесу рознь. В молоднике также были. Я насобирала немножко лисичек вот таких вот. Как бы я думаю, что это хороший результат. Сочно. Супер. Может быть, стоило попробовать в другое место какое-то поехать или еще что-то. Ну, вот так вот получилось, как получилось. Если вам нравится такой отдых, если вы тоже так отдыхаете, как отдыхаю я, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем не хвоста, ни чешуи.